And today we will continue to work with modal verbs. So this is going to be part number two. And first of all, let's revise the modal verbs and their meanings. So what is English for? Which modal verb we have to use for the meaning of должен? Okay, must, нужно. Need to, нужно, необходимо. Следует, как совет, в качестве совета. Should or ought to. Скорее всего, можно, возможно. May. Уметь, мочь, быть способным. Can. Вынужден, должен. Have to. Могло бы быть might, запрещено, mustn't. Okay, let's continue to revise the meanings. Let's see what is, how can we use modal verbs with the first meaning. It's possible. How can we say it may, it's forbidden. It mustn't, it's necessary. For example, you need to. The other variant, обязан, вынужден, да? Have to, you have to, I have to. It's a good thing, it's a good idea, or like an advice, хорошая идея, should. It isn't necessary, no need, so you can say you don't need, I don't need. It's a rule, правило, закон, must, you must, it must. И it can't be, не может быть, it can't. Okay. Let's work with the book. You can open your books on page 111. Exercise number 6. Let's read the table. This is the table. And some meanings which these modal verbs can express. So, first of all, a positive deduction. Positive deduction – это позитивное умозаключение, положительное какое-то. A negative deduction – отрицательное умозаключение, либо вывод. Possibility – возможность. Criticism – какая-то критика. Negative obligation – отсутствие каких-то обязательств. То есть нет какого-то долга должествования. Okay, let's work with the sentence. So, she may, might, could have done it. Но здесь нам в каждом из предложений будут даваться подсказки, чтобы мы понимали предысторию, либо контекст каждого из предложений. И мы уже даже можем догадаться сразу по слову, видите, эквивалент may, might, в значении it's possible, возможно. She may, could have done it. То есть мы здесь не выбираем глаголы, не подбираем, но мы здесь должны понять, какое значение выражает каждый из модальных глаголов. Как вы думаете, что сюда больше подойдет? Если it's possible, возможно, что она это сделала. Позитивное заключение, негативное или возможность. Даже вот слово possibility, it's possible. So the meaning is possibility. The next. She can't have done it. It isn't possible that she did it. Я уже говорила в предыдущем видео, что can't может быть не только в значении не быть способным что-то сделать, не уметь. Также, если мы хотим выразить такое значение, что невозможно, или еще вот по-русски очень хороший эквивалент, как не может быть. Так вот, значение she can't have done it. Не может быть, чтобы она это сделала. Как вы думаете, не может быть чему соответствует, какому значению? Позитивному умозаключению, негативному. Возможность мы уже выбрали. Критика, ну может быть критика. Но здесь все-таки какое-то отрицательное умозаключение. Не может быть. So it's a negative deduction. She must have done it.
So I'm certain that she didn't. Я уже говорила также, что глагол must это не только глагол о том, что мы что-то должны делать, какое-то правило. Еще одно из его значений, когда мы в чем-то уверены практически на 100%. Certainty было такое слово, то есть уверенность какая-то. То есть мы знаем какую-то предысторию, мы знаем какой-то нюанс, который вселяет в нас эту уверенность. So, she must have done it. Она 100% это сделала. И здесь у нас... Что может быть? Possibility уже нет. Negative deduction нет. А вот у нас еще есть positive deduction. Положительное умозаключение. Должно быть, она это сделала. Yes, so it's a positive deduction. You should or ought to have revised more. Я также упоминала, что глагол should может выступать не только в качестве совета, иметь значение как совет какой-то. Также его второе... значение это как какая-то критика. Было, например, такое предложение, for example, you should be more patient. Тебе следовало бы быть более терпеливым. И вот здесь у нас четко прослеживается следующий смысл, что тебе следовало бы больше повторить, например, подготовиться к какому-то, может быть, уроку. На что здесь похоже? Здесь уже похоже на критику. Вот это четкое второе значение should. Это критическое какое-то замечание. So, criticism. You needn't have waited for me. Needn't, я уже тоже упоминала, когда отсутствует какая-то необходимость. Не нужно. It wasn't necessary. Не нужно было. Это у нас четко идет negative obligation, то есть отсутствие каких-то обязательств. The next. Let's work with the exercise with exercise number 7 on page 111. You can open your books. And let's complete the exchanges. Use the modal and the perfect infinitives of the verbs in the list. So we have this list of the verbs go, miss, do, leave, and finish. Let's revise. What does it mean? Go – идти, отправляться куда-либо. Miss – не только скучать, но и что-то упускать, пропускать. Do – делать, но в сочетании с несколькими, с некоторыми словами приобретать немного другое значение. Leave – оставлять, покидать. Finish – что-то заканчивать. Okay, let's look at the sentences and try to... Обратите внимание, что здесь мы не только должны выбрать глаголы, мы также должны использовать... любой, какой подходит по смыслу модальный глагол и в форме вместе с перфектным инфинитивом. То есть все вышеизложенные предложения будут относиться к прошедшему времени. Я говорила, что перфектный инфинитив у нас выражает прошедшее время. Наша с вами задача поставить в нужную форму смысловой какой-то из этих глаголов и выбрать, подобрать правильный модальный глагол, чтобы четко выражал нужное нам значение. So, she's really late. Она действительно опоздала, но здесь мы уже опоздала, что она не успела на автобус. И когда мы в чем-то уверены, я уже говорила, we have to choose the verb must. The next, I'm really tired today. You, я действительно очень устала сегодня. И второй человек ему отвечает, you to bed early last night. Опять-таки, все относится к прошедшему времени, прошлой ночью. Тебе что? Первый, выберем сначала глагол. В словосочетании to bed больше всего подходит go to bed, отправляться спать. И здесь явно напрашивается какой-то совет. For example, you should have gone to bed. Обратите внимание, у нас здесь будет везде повторяться одна и та же перфектная формула. То есть вспомогательный глагол have и все глаголы в past participle. А past participle это у нас либо третья форма глагола, либо окончание -ed, если это у нас правильный глагол. The next. You, the washing up. It was my turn. That's all right, I didn't mind. Ты что-то там сделал, то есть ты помыл посуду. Это была моя очередь, ничего страшного.
Я не обратил на это даже внимания. Мыть посуду используется с глаголом do, do the washing up. И здесь, когда вот у нас у человека отпала необходимость, то есть была моя очередь мыть посуду, а ты ее помыл, тебе не нужно было мыть посуду. Здесь не подходит ни must, ни can, ни прочее. Нет необходимости. So, you needed have done the washing up. Опять-таки, вот мы выбрали модальный глагол. Вот у нас везде сохраняется перфектная форма done в третьей форме. Bye, see you later. Where are you going? Пока, увидимся позже. А второй отвечает, а куда же ты собрался, куда ты идешь? You, your homework already. Из всех оставшихся глаголов больше всего подходит с work, homework, finish, already, уже. Но человек здесь возмущается, что куда ты отправился, ты... Не может быть, чтобы ты уже закончил свою работу. Никакой другой модальный глагол не must. Must и уже как-то ты должен закончить уже свою работу. Но мы так уже это уже как прошедшее какое-то время, да? Ты можешь, ну, вряд ли в этом контексте с такой эмоциональностью, may, это у нас такое возможно, можно делать. А вот когда выражается не может быть, что ты закончил свою работу, подходит you can't have finished. Не может быть, что ты уже закончил выполнять свою домашнюю работу. And the last, what are you looking for? Что ты ищешь? Второй человек отвечает, my gloves. Мои перчатки. И здесь, когда мы выражаем какую-то уверенность в чем-то, я, во-первых, начнем с глагола, что у нас здесь осталось. Я где-то их оставил, да? I, глагол будет у нас leave в форме, третьей форме left. И здесь, когда мы выражаем какую-то уверенность, что должно быть, я их где-то оставил. Должно быть, соответствует модальному глаголу must. I must have left them somewhere. Везде у нас сохранилась перфектная здесь формула. И глаголы past participle, либо иди, либо третья форма глагола. Это все у нас перфектный инфинитив используется, когда мы выражаем везде прошедшее время. The next. Exercise number 10, page 111. We have to complete the sentences and have to use must, may or can't, can't and the infinitive in the correct form. So here are our sentences. И здесь для того, чтобы правильный выбрать модальный глагол, нужно внимательно вчитываться в контекст каждого предложения, чтобы понять, в каком значении нам нужно выбрать модальный глагол. Вспоминаем, что глагол must должен правило какое-то, либо когда какая-то стопроцентная уверенность в чем-то. May – возможность какая-то, просьба. Просьба разрешить что-то сделать. Can't – неспособность что-либо сделать, либо когда мы часто вот прям напрашивается перевод на русский. Не может быть. So, they only moved in a month ago. Они переехали только месяц назад. They know many people. Они должны знать много людей, если всего лишь месяц назад переехали. Они могут знать много людей или... Не могут они знать всех людей, ведь они только месяц назад переехали. So they can't know many people. Опять-таки ориентируемся на контекст. Look, Jane is putting on her jacket. Посмотри, Джейн надевает свою куртку. Значит, она может выйти. То есть мы прям видим, наблюдаем этот процесс, и мы уверены в том, что что-то сейчас произойдет, что-то сейчас будет. То есть она должно быть, она куда-то выходит. Она может быть куда-то уходит или не может быть, чтобы она куда-то уходит.
Если мы уверены в том, что что-то происходит, мы выбираем «She must be going». Обратите внимание, что здесь мы согласуем и сохраняем то время, которое у нас выражено в первом предложении. Да? Continuous в первом, continuous во втором. Are we having lunch soon? У нас что, скоро будет ланч? А второй отвечает «You hungry already?» Ты что, уже голодный? Здесь не подходит, ребятки, must, потому что здесь нет уверенности, здесь просто человек спрашивает. Мы будем сейчас, у нас будет сейчас ланч? Здесь, скорее всего, недоумение. Ты не можешь уже быть, если вы заметили, что опять у нас вот встречалось в предыдущем предложении, в предыдущем упражнении already, и с ним очень часто употребляется модальный глагол can't. You can't be hungry already. Да не может быть, что ты уже голоден. Where is Jane? Где же Джейн? I'm not sure. Вот здесь мы увидели подсказку I'm not sure. Я не уверен. Уже не может сюда быть использован глагол must. Must – это всегда про уверенность. Can't. Она не может быть, чтобы она вышла, ну, из чего мы это взяли. А вот неуверенность часто согласуется с модальным глаголом may. She may have gone. Так как Джейн нет, скорее всего, речь идет уже о прошедшем времени, что должно быть, она ушла. Но я в этом, I'm not sure, я не уверен. I have been working all day. Я работал весь день. А второй человек ему говорит... Но если ты работал весь день, you можешь быть tired, уставшим. Ты не можешь быть, you can't be tired. Или должно быть, ты устал. Of course, you must be tired. The next. Why are those people in the street? Что делают эти люди на улице? Почему они там? I don't know. I don't know. Я не знаю. Вот опять какой-то оттенок неуверенности. И уже must не может подойти сюда. Can't, ну, если мы что-то категорично отрицаем. А вот если I don't know, there may. И так как люди на улице, инцидент уже произошел. То есть он уже что-то произошло, что-то было. Здесь речь идет о прошедшем времени. So, there may have been an accident. And the last. I can't find my scarf. Я не могу найти свой шарф. Второй человек ему отвечает. Здесь, ребят, может подойти любое из практически всех предложенных вариантов, кроме can't, потому что здесь мы не поймем из контекста. Человек уверен, что его друг leave it at home оставил его дома. Или он 100% уверен, или может быть, то здесь несколько вариантов, в принципе, возможно. So, you must have left. You may have left, you could have left и так далее. Здесь, в принципе, все варианты возможны. And the next. Let's practice our speaking. You can open your books on page 111. And let's do exercise 11. So, let's look at the pictures and make assumptions, as in the example. Давайте посмотрим на предложенные рисунки, картины и какие-то выдвинем свои предположения, как в примере, что делают или как-то описать их чувства, их деятельность вот этих вот людей. So we also have to use all these three forms of modal verbs, must, might, and can't. Попробуем описать при помощи всех трех модальных глаголов каждую картинку. For example, если мы хотим выразить уверенность, наверняка she must be tired. Должно быть, она устала. Теперь, чтобы выразить какое-то, ну, сомнение, вероятность. Видно, что устала, а почему устала, мы не знаем, но предполагаем. She might have gone to bed late last night. Должно быть, она поздно отправилась спать. Но мы не знаем наверняка, поэтому мы предполагаем. She might have gone. Have gone, потому что мы предполагаем, что это произошло в прошедшем времени.
And she can't be interested in the lecture. Не может быть, чтобы она была заинтересована в какой-то лекции. Все, все три формы, все три модальных глагола мы использовали, картину описали. The next. We can see some, maybe some student. And в чем мы можем быть уверены? He's very attentive. Maybe he's listening very attentively and carefully. So, he must be interested in the class as he's listening attentively. Должно быть, он заинтересован в уроке, так как он внимательно слушает. Здесь мы можем сказать, что да, это наверняка. А вот почему он заинтересован, мы здесь уже можем предполагать. It might be his favorite subject. Может быть, это его любимый предмет. И чего не может быть? He can't be having problems following the lesson. И если он такой внимательный, не может быть, чтобы у него были какие-то проблемы уже со следующим уроком. Все три формы использовали. So, here we have another picture, see, and we can see here many people, and let's make some assumptions what they are doing. So, we are sure that they must be enjoying themselves. Здесь точно можно сказать, что они чем-то занимаются, что им очень-очень нравится. So, they are smiling, they are happy, so they must be enjoying themselves. А вот почему? Здесь уже мы можем только предполагать. For example, they might be in the classroom. Ну, возможно, они в классной, находятся в классе, в классной комнате. Может быть, а может они там. И чего не может быть? They can't be learning very much. Ну, вряд ли, что они что-то изучают в большом объеме, учитывая их радостные лица. Okay, the next. Let's underline the correct item. И сейчас, ребята, очень будет важно практическое задание, потому что похожие предложения и похожие задания у вас будут на следующем тесте и в некоторых проверочных работах. Чтобы правильно выполнить все данные предложения, мы должны очень внимательно вчитываться в контекст предложения, в каждое буквально слово, чтобы понять, в каком значении модальный глагол здесь будет у нас употребляться. For example, George should have or must have studied a lot for the history exam. He got very high marks. Okay, let's translate. George учился долго перед экзаменом по истории и получил хорошие оценки. Should. Вспомним значение should. Ему следовало бы учиться. Или он наверняка учился и поэтому получил хорошие оценки. Вот здесь значение наверняка. Мы не даем ему совет, он уже получил оценки. Поэтому здесь, конечно, правильный ответ must have studied. The next. If Mary gets permission from her parents, she may must study in France next year. Если Мэри получит разрешение от своих родителей, она что-то там будет обучаться во Франции в следующем году. Здесь тоже бывает в некоторых предложениях прям подсказки, прям тоже своеобразные маркеры, не временные, просто слова, которые четко нам дают подсказку на выбор того или иного модального глагола. Что такое permission? Разрешение. Permission, разрешение четко соответствует modal verb may, можно. Permission may, разрешение можно. So, переводим. Если Мэри получит разрешение от родителей, она может поехать во Францию. То есть, ей разрешат. Должна или нет, здесь вряд ли категоричная форма. Здесь уже усмотрели, наверное, Мэри. The next. You don't have to or can't attend university to get your diploma. There are long-distance learning programs online which can provide you with a very good education. Okay, let's translate. Вам не нужно или вы не можете посещать университет, чтобы получить диплом. Существуют программы обучения дистанционного формата онлайн, которые помогут вам получить образование высокого уровня. Очень актуальная, да, тема на сегодняшний момент. Итак, если у них есть программа дистанционного обучения, у вас нет необходимости посещать как бы офлайн, живой университет, или вы не можете посещать. Конечно, с вас облегчают, вам разрешают не посещать, и нет необходимости. You don't have to attend university.
The next. If you want to succeed in your life, in life, you should need to work hard and always keep to your goals. Если вы хотите преуспеть в своей жизни, вам. Здесь, ребят, очень тонкая грань между значениями этих двух модальных глаголов. Should need. Работать усердно и всегда придерживаться ваших целей. Смотрите, давайте попробуем почувствовать разницу. Если вы хотите преуспеть в жизни, should – это как бы хотите делать и хотите не делать. Я вам советую на ваше усмотрение. Need – это есть необходимость, нужно. То есть, если хотите преуспеть, вам нужно работать усердно или вам следует как вот совет работать усердно и придерживаться своих целей. Конечно, здесь нужно, как необходимость. You need. Послушаем следующее. Jane has a talent in writing. She needs to or should take part in the short story competition at school this month. У Джейн талант в написании каких-то историй. Ей дальше. Как говорится, очень-очень необходимо, без этого не обойтись, чтобы принять участие в каком-то соревновании по написанию историй. Или мы можем ей просто давать такой совет, что она уже сама принимает решение, принимать участие или не принимать. So, как вы думаете, что подойдет? Need to или should to? Нужно, необходимо или может последовать нашему совету? Of course, here we have to choose should. Итак, need – стопроцентная необходимость, нужда. Should – как совет. Можете следовать, можете не следовать. The next. Should may I have some information about performing arts universities in Britain, please? Should, вспоминаем, это у нас, опять-таки, в качестве совета. Иногда еще бывает в качестве критики какой-то. Тебе бы следовало, например, you should be more patient. Следовало бы быть более терпеливым. May – это возможность какая-то, либо просьба о разрешении что-либо сделать. Ребят, очень часто, когда мы видим вопрос, чаще всего используется модальный глагол may. Можно ли я запрошу какую-то информацию об университете искусств в Британии? Should это, следует ли мне запросить? Но мы даже в русском не говорим, следует ли мне запросить. А могу ли я получить какую-то информацию об университете, please, пожалуйста? Здесь идет как вежливая просьба. Вежливая просьба, используем глагол may. And the next. Student mustn't, needn't run in the school corridors. It's against the rules. Где здесь, кто здесь уже увидел подсказку для выбора модального глагола? Какое слово здесь нам четко дает эту подсказку? The word rules – правила. А правила у нас согласуются с модальным глаголом must либо mustn't. То переводится mustn't запрещено, needn't – не нужно. Переводим. Студентам запрещено бегать по школьным коридорам, либо им не нужно бегать. То есть такой необходимости нету. Конечно, речь идет о правилах, и здесь мы выбираем более строгий вариант модального глагола mustn't. So, your homework. You have to finish your vocabularies. Model 7A, 7B, 7C. Повторяем, you have to revise grammar material and be prepared for the test. И быть готовым к тесту, который будет у вас буквально на днях. Что повторяем к тесту? Модальные глаголы, как они употребляются, как они переводятся, какое значение они имеют. The next, exercise number 8 on page 111. В этом упражнении вам нужно заполнить пропуски в предложениях так, чтобы передать смысл первого предложения. Сейчас я покажу на примере. For example, we have such sentence. Первое предложение, вот у нас смысл первого предложения. Perhaps he overslept last night. Возможно, он проспал прошлой ночью. Здесь в каждом из этих предложений в учебнике будет даваться подсказка, какой модальный глагол нужно использовать. Да, вот perhaps, возможно, четко она согласуется с модальным глаголом might. Мы должны также использовать вот этот смысловой глагол в нашем предложении и использовать предложенный модальный глагол
и поставить его в нужной форме. Здесь у нас overslept – прошедшее время, значит, мы должны четко выразить его также вместе с употреблением модальных глаголов. He might have overslept. В принципе, в этом упражнении ничего нет сложного. Как бы, я думаю, по образцу вы поймете, как делать все оставшиеся предложения. Okay, so thank you for your attention. I hope you liked this lesson. So, see you later.